Тот случай, когда давно известная песня обретает новый смысл. И хотя номер своей группы крови на рукаве люди, которых сегодня чествуют, не пишут, знают его наверняка, ведь все они доноры. Спасибо вам за то, что вам не безразлична чужая беда. За то, что вы готовы подарить частичку себя для спасения совершенно незнакомого вам человека. Это очень важно, это очень ценно в нашем сегодняшнем мире. Главная цель подобных акций – напоминать о том, как важно стать не только донором крови, но и идти дальше, попасть в регистр доноров костного мозга. Очень много людей нуждается в трансплантации костного мозга. Но у нас в стране этим как-то очень мало сейчас занимаются. Например, в нашей стране около 150 тысяч человек всего лишь находятся в регистре. В Германии около 8 миллионов, в США 10 миллионов. То есть, ну, я считаю, что нам нужно развиваться дальше, что мы и делаем в нашем Новоскольском городском округе в частности. На сегодняшний день в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга внесены 444 жителя Белгородской области. 54 из них новоскольцы, и со временем их наверняка станет больше. Ну, я думаю, когда исполнится 18, я, конечно же, пойду и буду сдавать кровь, помогать буду другим людям. Я считаю, это важно, потому что ты не знаешь, как может повернуться у тебя жизнь, и я считаю, что всегда нужно помогать людям, и в том числе и сдавать кровь. Костный мозг международных фондов стоит очень дорого. Иногда у пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями просто не хватает времени, чтобы собрать необходимые средства. Поэтому так важно, чтобы в России как можно больше людей включились в решение этой проблемы. Начать можно с обращения в Центр крови Белгородской области. Михаил Перетокин, Елена Голотовская и Игорь Доценко. Такой день на Мире Белогорья.